А теперь к новостям политики. В связи с участившимися митингами за вступление Украины в Евросоюз сообщаем последние новости еврозоны. Одну девочку в Норвегии Greenpeace заставил выйти замуж за пингвина в зоопарке. Она умерла. Одна старушка в Швеции стала проституткой в доме престарелых. Ей пришлось спать со всеми пенсионерами города. Она умерла. Одна девочка в Дании пришла в школу с крестиком, а ей говорят: «Сними крестик», а она не сняла. И тогда ее распяли на этом крестике, и она умерла. А одному мальчику в Англии сказали, что он должен стать гомосексуалистом. Но он не поверил, потом посмотрел на других гомосексуалистов, не выдержал и тоже стал гомосексуалистом. И умер. Одну женщину во Франции вызвали в полицию и сказали, что она должна выдать замуж двух своих дочек, 6 и 8 лет, за арабов. Она отказалась, но к ней пришли, дочек забрали, она умерла, и дочки тоже умерли. Одного мальчика в Германии заставляли кричать «Хайль Гитлер» и быть гомосексуалистом, но он не хотел, и тогда пришли турки, забрали его, и он умер. Одна женщина в Голландии пришла в церковь, а ей говорят: «Церковь закрыта», вместо нее бордель, и теперь она должна там работать и кричать «Хайль Гитлер», а она отказалась, и тогда гомосексуалисты распяли ее на кресте. Но она не умерла. А потом пришли арабы, и тогда она умерла. О новостях спорта вам расскажет Сергей Брин.